Всем привет! Сегодня я пеку булочки. Вот такие вот у меня получились красивые булочки. Это булочки с морковкой. Я взяла видео одного блогера. Сегодня она выставила. Мне очень понравились. Очень вкусные такие булочки с морковкой, с луком. Такие, они прям мягенькие, хорошие. Я только-только их вытащила. Вот у меня тесто вот такое вот. Еще я поставлю ссылочку. Я не люблю, конечно, рекламировать, но дело в том, что такие булочки, вот такое у меня тесто вот получилось хорошее. Я сейчас дальше буду. Пеку я вот в этой печке, в электрической. Мне очень нравится. Вот у меня лист. Сейчас он остынет, и я поставлю печь. Булочки, ну, очень вкусные. Прям... Вот их можно, они такие вот бутербродные, их можно с колбасой, с сыром, масло, сметану туда. В общем, ну, очень-очень вкусные, в общем, мне так понравились. Я вот сегодня увидела и решила сделать, в общем, очень-очень вкусные, прям мне нравится, рекомендую. Мы сейчас пили чай. И я вот с этими булочками очень вкусно. У меня там еще пекутся. Вот, я не это хочу. Я хочу показать кукурузу. Мы вот варим молодую кукурузу. Варили мы вчера ее. Вот, и в общем в контейнер вот так я сложила. Положила в холодильник. И вот и мы кушаем. Очень вкусная такая хорошая вкусная кукуруза. Вот. Такая вот, в общем, вот сейчас мы кушаем. Вот собрали на семена. Вот эту кукурузу мы отложили на семена. Еще таз кукурузы, сейчас покажу. Вот мы кушали огрызки. Вот. И вот еще мы собрали. Кукуруза в этом году поздно. Мы, это как она, вот видите, молодая почти вся, не поспела. Ну что, мы будем ее варить и кушать. Вот собрали таз вот такой кукурузы. Вот она не поспела. На улице уже холодно. Вот. Ну, в общем, вот такой урожай мы собрали кукурузы. Мы ее варим и кушаем. А это вот мои домашние яйца. Вот такие крупные яйца у меня куры несут. Я их мою постоянно. И потом уже складываю в холодильник. Вот, и мы их кушаем. Вот столько вот у меня яиц. Сейчас что-то курочки у меня перестали нестись. Вот, и в общем приходится... Ой, вот сколько осталось. Не знаю еще, сколько они у меня будут нестись. В общем, посмотрим. Управилась я с грибочками. Вот это у меня маринованные грибы. Не знаю, видно будет мне здесь такой угол темный. Вот столько у меня получилось. Вот это все маринованные у меня грибы. Вот. Здесь еще баночки с грибочками. Маринованные. Это все маринованные грибы. Потом здесь у меня вот на сале, в сале грибы. Я хочу их спустить. Я уже 10 баночек спустила в погреб, потому что здесь, я боюсь, они могут пропасть. В общем, вот. Надо, я, наверное, сегодня спущу их. Вот у меня грибы. Я их делаю на сале. У меня сын любит. Вот. Ну вот они стоят. Ничего, такие хорошие. Надо сегодня спустить их. Я сегодня погреб их спущу. Не знаю, что-то вот эта баночка, крышка. Наверное, в холодильник ее надо поставить. Вот я люблю вот такими крышками закрывать, потому что когда что-то там не то, они открываются. А вот эти крышки, вот она немножко, не знаю, или там очень много я наложила. В общем, что-то она у меня вот немножко вздулась. Надо открыть, посмотреть. Вот. Ну вот эту баночку я открыла. Она мне почему-то вообще была открыта.
плохо закручено. Вот, ну так грибочки хорошие, я поставила в холодильник. Почему-то крышка плохо была закручена. Почему, не знаю. Вот здесь у меня тоже стоит, вот грибочки это остались у меня. Здесь, значит, у меня вот сало. Я сама солила сало, посолили сало. Вот. В общем, очень вкусное. Мы сейчас кушаем сало. Вот. Еще я хочу показать, вот у нас, вот так мы закрыли крышку, это чтобы не залезли крысы сюда, и вот делали дырочки, чтобы дышало. И мы, значит, сюда отложили в эту баночку семена вот подсолнухов, вот такие, они сухие, я их досушивала, у нас тоже вот... В общем, на природе не поспела, можно так сказать. И пришлось досушивать вот в этой, в сушилке. Я в сушилке их сушила, как фасоль. Вот, и это вот мы оставили на семена. Вот так в баночку положили. Вот, и на следующий год, чтобы вот их посадить. Не знаю, вот как. Вот досушивали в сушилке. Также мы купили вот картошку. Пока 5 мешков, нет, 6 мешков здесь. Картошку мы не сажаем, она у нас мелкая, горох, как люди говорят, вот здесь тоже картошка. Вот такая, взяли 2 сорта, вот такую розовую и желтую картошку. Вот, картошка вся хорошая, брали мы ее по 16 рублей. В общем, вот мы купили. Еще вот мы купили масло, бутылку. У меня бутылка уже есть, там лежит. Вот, у меня тут вот немножко осталось фасоли, никак я ее не посушу. Вот она у меня в ведерке стоит. И, значит, здесь я... Вот у меня жарятся булочки. Вот, пекутся, вернее. И вот здесь вот у меня мы тоже сушили табак. Вот листья табака. Но мы какие сушили? Вот такие уже, которые вот завялые. Вот такие вот мы сушим табак. И сын курит. Когда у него нет сигарет, он курит. Ложит в трубочку и курит. Вот. В общем, вот так вот мы все досушиваем в этой сушилке. Я очень довольная. Она очень выручает всегда. Вот. У нас сегодня на ужин печенка с картошкой. Вот, я жарю. Вот такая, в общем, вот такая вот картошечка, печеночка, пучок здесь. Вот, я накрою крышечкой. Вот так у меня жарится. Здесь у меня стоят грибы. Я их сейчас буду... Вот варятся последние мои грибочки. Сейчас я их буду промывать и складывать в чашку. Ой, я от мороза занесла цветочек. Я от мороза занесла цветочек домой. Канны. И вот так вот у нас... Они цветут. Такие вот цветы у нас дома. Прям. А так бы замерзли уже. У меня у соседки там георгины все вымерзли. Вот. Вот цветут. Красота такая. Такие вот красивые. Вот такой вот красивый цветочек. Вот у меня... Кошки вот лазят в окно. Вот сейчас она выпрыгнет. Я замучилась мыть это окно. Они мне все его вымазали. Все прям. Вот. Вот сидят тут, сидят. Потом на улицу прыгают. И обратно также заходят домой. Мои котейки. У нас 3 кошки. Вернее, 2 кошки и 1 кот. Вот. В общем, они мне все окно замазали. Доброго вечера. Я хотела похвалиться.
Я начала себе вязать пальто. Вот, в общем, спинку я уже связала. Спинку вот я связала уже, постирала. Вот у меня вот такой рисунок. Вот у меня вот такой вот у меня рисунок. Здесь лицевые петли, здесь изнаночные чередуются. Вот, ну, в общем, я перетащила сейчас вот видео, посмотрела, ничего вроде бы видно. Вот я спинку сложила вдвое. Вот спиночку я уже связала, я постирала. Вот, в общем, вот здесь у меня росток, вот это ж плечевой шов, вот. А это я начала вязать уже левую полочку, вот еще немножко и я ее буду уже тоже делать росток и закрывать. Ну, в общем, вот такая вот у меня получилась полочка. Здесь у меня ушло 6 мотков на спинку. Я ее постирала уже. Она у меня вот вытянулась, конечно. Вот. Но так как я ростом маленькая, в общем, ну, мне по колено, даже ниже. Ну, в общем, посмотрим. В общем, вот у меня полочка, это спинка. Вот. Ну, в общем, ну, всем пока. Что хотел показать, показала. До новых встреч.